Яль, первый круг как? Ну так, размялись. Сейчас еще один в таком же темпе, и потом уже побежим. То есть пока не бежали еще, получается? После четвертого вас спросили, да? После четвертого, да. Балтийский берег, рыжая заря. Ой, все, кто там сидит. Все, снимаешь. Снимали просто. Эмма, ты что? Kevin. Nice to meet you. Kevin. Garrick is vice president of our club. No. Yeah. Look at him. Twice. No. It's twice vice president. Ива, что интересного сегодня вас ждет на тренировке? Очень тяжелая тренировка. Что будет? Бега, 5 километров. Самое любимое? Самое любимое. Самое вкусное? Вот так, я бы дальше хотел остаться в автобусе. Ребят, давайте Кевина поприветствуем в команде. Наш брат приехал, приведи ему. С другого конца света. Наш друг приехал из другой части мира. Чтобы помочь нам. Para ayudarnos. И наша задача помочь ему адаптироваться, акклиматизироваться быстрее и втянуться в коллектив. Lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarle a entrar al colectivo y adaptarse. Сегодня смотрим «Слово пацана», вторая серия. Hoy vamos a ver una serie de rusos, «Слово пацана», el segundo capítulo. По 4 игрока! Los rondos son donde están los palos. Стойки, квадрат, вот 4 игрока. Пол. Два касания. Не может. Эй! Сори. Пока тренируешься, Сережка, Яня, да? Бежим в одну сторону, в другую сторону. Темп первые два круга, ребят, 26 секунд у нас 100 метров. Не надо быстрее бежать. Два круга, два повторения так сделаем. Потом 25 секунд 100 метров, два повторения. Также в одну, в другую сторону, ребят. И последнее будет 24 секунды. Темп, который мы сейчас бежали, 200, 300, 400. Тоже вам знаком этот темп. Темп невысокий, пацаны. Взяли его, не надо быстрее, не надо медленнее. Свистки будут на конусах, бегите, дышите. Сразу я свисток даю, бежу сразу, ребят. Не надо быстрее, еще раз. Ориентир на конусах. С Богом. Спасибо. Не надо твоя поддержка. Хорошо, подтягивай, тепло встает. Объясни вот на русском языке, что, насколько тяжело сейчас будет пацанам. Не тяжело, они готовы, поэтому здесь бессмысленно что-то говорить. Они готовы, темп спокойный. Они у нас топ. Мы отсюда прям начнем. How are you? Again. Сколько пробежали кругов? 3,5?
Уже сложнее. Снимаю. Пацаны мучаются, доктор улыбается. Классика. Как обычно, ничего не меняется. Минута 12, легко бегом. Минута 50, пауза. Потом. Алло. Давай, потерпи, блядь, и последний поедем, блядь. Санчо, задокументируй кругочек. Ага, да. Вот. Вот мотивация, мотивация. А может быть, вот этот и закончим за хорошую работу? Мы как швейцарские часы бежим. Да, лучший, да. Ролик там, брат. Да. Пятый. Ну знаешь, как минутная стрелка моя. Я знаю, у меня Ролекса нет. Алло! Здесь 200 метров и еще одно повторение 1000 метров. Четыре круга позади. Это уже сложно. Лех, я бы сказал, но не могу. Главное быстрее темпы не бежать. Спокойнее, спокойнее, ладно. Ну, ты неплохо выглядишь. Чего, да? Очень неплохо. Почти не вспотел. Как, да? Ну, по сравнению с остальными. Ну, я слабо потнею, знаешь. Ну, и дыхание, дыхание у тебя в порядке, поэтому... Вот ты готов. Ты молодец. Короче, доволен, принял. Прекрасное было. На одном дыхании подошло. А ты уже майку поменял? Это третья майка за тренировку? Я даже не вспотел. А я как... водой облился. А как так? Я вот готов. Давайте посмотрим на... Дожида. Да, мужики, да, вот так. Алло. Ты в порядке, да? Аргентина. А что, в ЦСКА не бегали? Я у тебя ноги как у штангиста сходишь. Я нет, тигр читал. Хочу добраться до сборной. Алло. Добра, как надо? Без такого не лица. Кубочку все обязательно. Сразу лучше. Тренер в автобусе ждет вас. Очень. Да.